На Таймыре работница школьного склада вынесла из столовой продуктов на 700 тысяч рублей. Брала все от крупы до сухофруктов. Недостачу в сельской школе заметили только через полгода, и все это время женщина объедала учеников. Оперативники доказали вину 43-летней кладовщицы. Женщина получила 2 года и 3 месяца условного наказания. На Дубенского сразу 2 машины одного сервиса такси попали в ДТП. Водители столкнулись на развилке в районе Троицкого кладбища. У обеих машин сильно поврежден перед. Были ли в это время в салоне клиенты, неизвестно. В сети красноярцы предположили, что виноват тот таксист, что на подъеме проигнорировал знак «Стоп». В Минусинске зацвел только что построенный бассейн. Спорткомплекс местные жители ждали много лет. В итоге вода в резервуаре окрасилась в зеленый цвет и начала пахнуть болотом. Местные чиновники объясняют. Это был технический пробный запуск. Чистую воду при испытаниях заливать было бы дорого. За падение ламп во время урока в школе номер 90 директор получил выговор, а его заместитель – штраф. Во время инцидента ушиблись 3 семиклассницы. Громоздкие конструкции свалились прямо между партами. В прокуратуре края выяснили, сотрудники школы знали о проблеме и не заменили крепление. После проверки учебному заведению выделили 519 тысяч рублей на замену светильников. В Красноярске 25 ноября в районных администрациях пройдут прямые линии по работе общественного транспорта. Номера сейчас на экране. Звонки будут принимать с 10 утра до часу дня. Можно задать вопросы и высказать свои предложения, которые помогут регулировать локальные маршруты или расписание.